Когда вы начинаете транслировать безусловную любовь в мир, встает вопрос, готовы ли окружающие принять ее? Кто-то не знает, что такое любовь в принципе, да? Кто-то боится любить из прошлых травм. И наша задача – поделиться этой любовью без привязки к результату. Не задумывайтесь, как изменятся люди, исцелятся ли. Как многомерные существа, мы живем одновременно во многих реальностях и временах. И вот наша волна любви обязательно дойдет до тех, кому это необходимо в нужный момент.